Разрешите, милый зритель, 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 милый зритель, разрешите задержать колоком вас. Мы не тратим лишних фраз. Нет, 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 нет. Мы задержим вас недолго, недолго, недолго. И картину Волга-Волга мы покажем. Волга, 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 мы покажем вам сейчас. Чтобы вам не копаться в программе, чтобы было смотреть веселее, мы сейчас познакомим с вами исполнителей главных ролей. Вот мы полном перед вами, бюрократ он не спалинской. Играет, играет его артист Ильинской, 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 играет эту роль. Лоцман всюду пригоден, заслуженный артист Володин. Водовоз веселых правил, артист Оленев Павел. Страж коммунальных законов, артист Сергей Антимонов. Щитовод Алеша Трубышкин, артист Андрей Тутышкин. И самосица Петрова, Стрелка ее зовут, зовут. Любовь Орлова играет эту роль. Орлова, Орлова, играет эту роль. Работа на транспорте. А чего тебе волноваться? Лежи да покуривай. О, много вы знаете. Я 30 лет лоцманом был и никогда страху не знал. А здесь каждый рейс сомневается, вернешься ты домой, а нет. Неужели у вас такая опасная река? Зачем река? Река у нас тихая. Вот проволока, ничего не скажешь, опасная. Ну и что же? Вы молнию через 40 минут доставлять обязаны. Дядя Кузя! Эй! Выручай на наркомсвязь! Чего? Поезжай в Куспром! Передай, что для них на пароме телеграмма молнии застряла! Ага, есть! Давай, давай! О! А кому молния? Самому Бывалову! Ой, будет грому из-за этой молнии! Закрой дверь! Граждане, товарищ Бывалов занят! Телеграммы нет? Еще нет. Непонятно. Я вас понимаю, Иван Иванович. Для вас жизнь – это работа. Подумать только, человека такой стихийной трудоспособности. Товарищ Бывалов, я замуж выхожу. Нет! Закройте дверь. Что вы говорите, стихийный? Я говорю, человека такой стихийной трудоспособности. Товарищ Бывалов, можно к вам? Что, Иванов, в чем дело? Невозможно работать. Товарищи, я вам русским языком говорю, товарищ Бывалов занят. Так что вы говорите, трудоспособности? Я говорю, что я работаю под вашим руководством в течение 5 лет. За это время мы сменили 20 учреждений. С каждым днем все ближе и ближе подвигаясь к Москве. И вдруг, в тот самый момент, когда до Москвы остается каких-нибудь 3-4 тысячи километров, такого человека берут
и бросают на какую-то, совершенно мелкую, кустарную промышленность. Нет, просто хочет сорвать и метать, Зайван! Только я вам ничего не говорил. Каждую минуту жду вызова. Из Москвы. Из Москвы. Телеграмм нет? Еще нет. Действительно, просто хочется рвать и метать. Знаешь, что мне сейчас больше всего хочется? Ну? Исполнять все твои желания. Чтоб ты меня о чем-нибудь просила, а я исполнял. Ты просила, а я исполнял. Ну, проси меня, что хочешь. Знаешь, приходи сегодня от 4 до 5 на нашу репетицию. От 4 до 5 не могу. Почему? У меня у самого репетиция. Ты обиделась? Никак. Знаешь почему? Потому что теперь твоя репетиция, моя репетиция. А что вы сегодня репетируете? А? Что вы сегодня репетируете? Вагнера. Ой, скучище какая. Ты обиделся? Ни капельки. Просто ты не понимаешь классической музыки. Ты посмотри, как это замечательно. Смерть Изольды. Партия тубы. Заслушаешься. Тут пауза 47 тактов, мы их играть не будем. Почему? Да. Ну, что ты скажешь о смерти Изольды? Очень уж долго помирает. Классический. Да, так что вы говорите, выдающийся работник? Я говорю, что такой выдающийся работник. Товарищи, закройте дверь. Ну, товарищ Бывалов, вы войдите в мое положение. Еще раз повторяю вам, что ежеминутно жду вызова из Москвы и заниматься пустяками не имею времени. Вы послушайте, звук какой. Прямо как из бревна. Звук. Играть надо уметь. Да я 50 лет играю. А такого звука не слыхал. Товарищ, у нас массовое производство. И заниматься каждой балалайкой в отдельности я не имею возможности. Понятно? Скажи, Алеша. Тебе никогда не хотелось сочинить что-нибудь самому? Самому? Никогда. Если бы я знала музыку так, как ты, я бы все время сочиняла. У тебя бы ничего не получилось. Почему? Потому что ты письмоносица, а не композитор. Что ж ты считаешь, что письмоносица ничего не может сочинить? Конечно, не может. А вот сочинила. Что сочинила? Песню. Кто сочинила? Письмоносица. Могу себе представить, кто же это? Ты ее не знаешь. Знаю. Зинка, наверное. Никакая не Зинка. А что? Вовсе Дуня, подруга моя. Могу себе представить. А ты не смейся. Ты сначала сочинение послушай, а потом смейся. Пожалуйста. Паш, дай гармошку. Передай своей Дуне, что она дура. Ну, знаешь.
Я-то знаю, и вообще вы там у себя в кружке ерундой занимаетесь. Ерундой занимаемся? Да у нас дядя Кузя на самодельной трубе лучше, чем ты на покупной играешь. Кузя лучше меня играет. Тоже артист нашелся. Коллектив набрала. Дядя Кузя, тетя Паша, теперь еще Дуня композитор какая-то. Да, художественный ансамбль имени Куром насмех. Куром насмех? Ну уж, если на чистоту говорить, то такому оркестру, как у тебя, только молочные играть. Да и то летом. Это еще почему? Мух не будет, сдохнут. Мух не будет, а от вашего хора и мух не будет, и самой молочной не будет. Почему это такое? Потому что от таких голосов молоко скиснет. Молоко скиснет? Товарищ Бывалов! Товарищ Бывалов! В чем дело? Вам телеграмма у письмоносицы! Давай быстро! Где она? На речке! Почему на речке? Ну, паром, говорю, застрял! Эх, черт! Немедленно послать лодку! Лодки! Лодки конопатят, товарищ Бывалов, еще на воду не спускали. Ахапкин! Ахапкин! Вот он я! Возьми трубку! Зачем? Я буду с вами говорить по телефону! А, пожалуйста! Не жалко! Алло! Алло! Гараж? Алло! Заложите кобылу! Кобылу заложи, говорю! Кобылу заложи, говорю! О, кобылу! Алло! Алло! Как? Не понимаю. Да что ты там говоришь-то? Я тебе говорю, что кобыла расковалась. Давай повели. Безобразие какое. Меня в Москву вызывают, у них кобылы расковывают. Алло, дайте отбой. Пожалуйста. Не жалко. Ты смешного такой. Просто хочется рвать и метать. Подождете. Зоя Ивановна, примите от этих граждан брак и выдайте им другой. Поехали. Не трудитесь, товарищ Бывалов, все равно не пойдет. Почему не пойдет? Она у этого места с детства приученная останавливаться. Пока ей кусок хлеба с солью не вынесешь, ни за что не пойдет. И что удивительно, 15 годов с ней езжу, до сих пор не знаю. Кто ее к этому делу приучил? Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не тонем, и не сотнем. Отдыхаем, воду пьем, и заседаем, воду льем. И выходит без воды, или тоды, или сады. Хлеб с солью, психоз у этого Нерина. Как тебе не
бессовестно сравнивать мой ансамбль с твоим балаганом. Мои музыканты народ культурный, ниже счетовода ни одного человека нет. У меня неаполитанский оркестр. Неаполитанский? Странно. А я думала, что твой на итальянский. Счетовод играет, а ты линейкой дирижируешь. Канцелярская крыса. Крыса? В таком случае ты, От такого слышу. Дура. Эй, на пароме! Есть на пароме! Есть телеграмма! Здесь, товарищ Бывалов! Ах, черт лоды! Читайте телеграмму! Читай! Вызываем в Москву! В Москву? Что я говорил? Читайте дальше. Несчастье! Да подождите! Участие! Повторите, не слышно! Вот непонятливый. А ну-ка, товарищи, давайте хором. Раз, два, три, четыре. Участие! Какого участия? Ничего не могу сделать для вас, товарищ. Меня вызывают в Москву. Обратитесь к моему заместителю. Участие в Олимпиаде художественной самодеятельности. Не понимаю. Делегацию работников вашей системы. Как хорошо началось, вызываем в Москву. И как скверно кончилось, самодеятельность. А там больше ничего нет? Ничего нет, все! Отвечаю! Кузьма Иванович! Кузьма Иванович! Эй! Кричи! Отвечаю вместе со мной! Отвечаю? Да-да! Вместе с вами? Ну да, ты у меня перехватил. Ишь ты! Вы здесь столько делов натворили, а я буду вместе с вами отвечать! Дурак! Ты только кричи! Отвечать буду я. А, я буду кричать, а вы будете отвечать. Согласен. Балаловки, веселый. Что ты кричишь? А что мне не кричать, если отвечать, за это будете вы. Ты должен кричать только то, что я буду говорить. Кричи, отвечай. Отвечаю. Кричи теперь совершенно секретно. Кричи теперь совершенно секретно! Да ты кричи теперь, не кричи! А, значит, кричать теперь не нужно. А когда же кричать? Кричи теперь! Только теперь кричи, не кричи теперь, а кричи теперь совершенно секретно! Кричи теперь, не кричи теперь! А что ж кричи теперь, кирпичи теперь! Фу, не понимаю! Да кричи только совершенно секретно! Секретно я кричать отказываюсь! Товарищи, помогите передать телеграмму. Очень важная телеграмма. Совершенно секретно. Ну, давайте вместе. Ну. Секретно! Давайте, громче, давай. Секретно! Диктуйте! Участвовать не могу! Принято! Идет трибунка! Я верю! Я верю!
набрала. И после всего этого она еще смеет говорить, что какой-то там паршивый дядя Кузя лучше меня на трубе играет. Слезайте отсюда. В чем дело? Кто хуже, кто лучше, не знаю. А дальше не поедете. Почему это? Потому что Кузя, я и бочка моя, оно с вас. А, ну, милая, ну, пошла. Товарищ Бывалов, вот вам газета, а телеграмму передавать я отказываюсь. Почему это вы отказываетесь? Вы всего 2 недели как приехали, а берете на себя смелость говорить, что в нашем городе нет талантов. Да, ну и что? Это неправда. Таланты у нас есть. Ерунда. В этом городе не может быть талантов. Это у нас не может быть талантов. А вы дядю Кузю знаете? Какого дядю Кузю? У которого привенится Тимка, курьерши служит. Вы слышали, как она Татьяну поет? Какую Татьяну? Начнет тихонечко, тихонечко. Я пью волшебный яд, желаний меня преследуют мечты. Везде, везде передо мной мой искуситель родовой. Везде. Держите велосипед. Везде. Ерунда. У вас никто так петь не может. Ну? Чтобы так петь, 20 лет учиться нужно. Возьмите ваш велосипед. Помишка Рещик! Не талант, по-вашему? Он как из дома отдыха вернулся. Всего демона наизусть говорит. Подержите велосипед. Я тот, говорит, которого никто не любит. И все говорит. Живущее клянет. Я тот, говорит, который все погубит. Вы меня не агитируйте. Возьмите ваш велосипед. Я на улице заниматься самокритикой не позволю. Да это демон так говорит. Какие здесь могут быть демоны? Никто так говорить не может. А Гришка Склещик не талант по-вашему. У него в лезгинке 44 колена, если хотите знать. Подержите велосипед. Он и так может. Он и так может, и так может. Не парень, а орел. Это про других каждый врать умеет. А вот что вы сами можете? Я, может, сама и ничего не могу. Это не важно. Я письмоносец. И вообще, я такой телеграммы передавать не буду. Не будете? Почему не будете? Потому что у нас есть таланты, и я вам это докажу. Не докажете. Нет, докажу. Отдайте мой велосипед. Постойте! Отдайте мою газету! Охапкин! Какой Охапкин? Я дворник здешний! Ха-ха-ха-ха! Он напугал! О, Сев! Охапкин, пристать надо! На том стоим! Да! Коля! Вызывай оркестры. Который оркестр? Все оркестры. Давай, давай, скорее, давай. Не подведите ли вы, Иванович? Так я еще только словах не совсем выучил. Тут не в словах дело, а в голосе. Пой, что хочешь. Ну, где ты пой? Идет. Не подведите ли вы, Иванович? Oh.
попить, что есть у вас? Есть у нас старый дедовский квас, знатоками высоко он ценится. Есть у нас дивный напиток Кавказ, он как тенек играет и пенится. И еще предложу особливо, удивительно пьется легко. Кроме вас здесь есть кто-нибудь? Есть, конечно, есть. Вот целый квартет. Пусть утихнет праздный повар. Повар, повар, будто наш советский повар. Плохо делает обед, плохо делает обед. Обед, обед. Чем мы на помню пищи, 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 обязать умеем, пищи, 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 самый пищи, сладко, пищи, сладостный панель. Что с вами, товарищ Бывалыч? Пойдемте со мной в ресторан. Благодарю вас, я уже пообедал. Но я не могу пообедать. Почему? Потому что там все повара перепились. К сожалению, не имею права покинуть пост. Сейчас вызову дворника. Слушайте, правда?
сама пойдет. Ваша вещь?
Ага. Многовато. Ну ладно, носильщики, оставьте вещи пока здесь. Товарищи артисты, пройдемте в салон. А вы куда? Принесли вещи, ладно. Прошу посторонних очистить палубу. Вход разрешается только артистам. Товарищ Гвалт, это наш артист. Не говорите глупости. Это не ваш артист, а мой водовоз. Что же вы не допускаете, что водовоз может быть артистом? Может быть, чужой водовоз может быть артистом. Чтобы мой водовоз был артистом, этого я действительно не допускаю. Вот честное, благородное слово, я артист. Вот у Филиппа Ивановича спросите. Он официант, он врать не будет. Мы все артисты без отрыва от производства. Вот, товарищ милиционер, прекратите это безобразие, выведите их с парохода. Товарищ Бывалов, я тоже артист. Поймите, наконец, товарищ Бывалов, что это мой кружок. Мы получили первое место на конкурсе и имеем право ехать в Москву. Такой же, как и они. Вы такой же, как и мы? Да мы везем в Москву Бетховена, Моцарта, Шуберта, Вагнера. А вы что везете? А мы везем, тетю Пашу везем, дядю Кузю везем. Сравнила, то чей-то дядя, а то Бетховен. Подумаешь, может, Бетховен тоже чей-нибудь дядя был. Бетховен дядей был? Да. Ну, знаешь, это слишком. Вы кто такая? Стрелка. Клички здесь ни при чем. Ваша профессия. Письмоносец. Письмоносец? Так вот, пусть вас наркомсвязь и везет. А я везу людей только моей системы. Вы кто такой? Я чтец, декламатор. От какого учреждения вы декламируете? Я не от учреждений декламирую. Я Маяковского декламирую. Я спрашиваю, где вы работаете? На кухне. Я шеф. Кто? Повар я. Пищевик? Очистить палубу. Спасибо. Спасибо. Надо. А чего вам дожидаться-то? Зря время терять. Я вас через горы до реки Часовой доведу, а там с нашей делегацией на плотах раньше их на Волге будет. А до Часовой-то далеко? Нет, не очень. Дня три ходу. Там по болотам, лесом, да по хорошей дороге немножко. Ну, если по хорошей дороге немножко, тогда пошли. А? Ну, пошли, ребята, ну, а? Товарищи, мы играем всего 80 тактов. У первых скрипок в пассиве 23 такта опоздания, да еще форта вместо пьяно, а виолончели набрали 4 целых в начале, да еще 80 в конце. Итого, товарищи, 75 тактов чистой фальши. Таким балансом стыдно ехать в Москву. Давайте сначала.
Что вы говорите, чуткое руководство? Я говорю, Иван Иванович, что вот эту фразу о чутком руководстве нужно немножко поднять. Я бы сказала так, благодаря моему чуткому руководству. Моему? Вашему. Правильно. Правильно. Товарищи, внимание! Я сейчас прочту проект моей будущей речи. Товарищи москвичи, вы видите перед собой мощный коллектив самодеятельных талантов, в основном взросшенных в недрах моей системы, благодаря моему чуткому руководству. А? Ну, как вы находите? По-моему, хорошо. Для вас хорошо. Да, Иван. Что вы скажете, если я несколько усилю тезис о чуткости моего руководства? Товарищ бывал. Мы репетируем музыкальный момент Шуберта, а вы нам мешаете. Что это значит мешаете? Не считаете ли вы, что момент моего руководства менее значителен, чем ваш музыкальный момент Шуберта? Ты точно море широка, ты необъятная дорога молодежная. Будем, 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 будем
сотрудника и на друга погляди-ка, чтобы шуткою веселый перекрасит. Лихо поют. Хорошо поют. Хорошо. А, хорошо. Молодцы. Молодцы. Подлецы. Мелководцы. Да как же это? Ай-яй-яй. Нас обходят. Мерзавцы. Волны. Товарищи. Если они раньше нас попадут в Москву, весь наш район будет опозорен. Полный! Полный! Полный, полный! Полный, полный! Самый полный! Самый полный! Товарищ начальник, вдвоем не справится, пару не хватает. Людей давайте. Товарищи! Товарищи! Пойдем на помощь нашим кочеварам! Топком, друзья! Топком! Почему мы стоим? Почему стоим? Бензин вышел. Не видите, ветер спал. Thank you.
моряк, бывал повсюду, видел сотни разных рек. Никогда я врать не буду, не такой я человек. Да-да-да-да, я врать не буду, не такой я человек. Мастер нужен в каждом деле, я на каждой моряке. Сосчитать могу все мели, словно пальцы на руке. Ну да. Да-да-да-да, могу все мели сесть по пальцам на руке. Что ты делаешь? На мель сядешь. Вы меня учить думаете? Я здесь все мели знаю. Помнишь, когда мы на пароме застряли?
я тебе одну песню пела. Песню? Какую песню? Которую Дуня сочинила. Письмоносица наша. Дуня? Не помню. Ну, ты ее еще дурой назвал. Дурой? Теперь вспомнил, какой же я был тогда дурак. Правильно! Да чего ж ты умный, Алешка? Значит, мир! Мир! Навсегда! Навсегда! Слушай! Ну? Слушай, помоги мне эту песню на ноты записать. Пожалуйста. Уж не думаете ли вы ее в Москву везти? Ну да! Да вы что, с ума сошли? Почему это такое? Да вы с этой ерундой весь наш район осрамите, да еще с треском провалитесь. Как бы вы сами не провалились. Ну, это мы еще увидим, кто из нас провалит. Ясно, что вы провалитесь. Не провалимся. Не провалитесь. Не провалимся. Провалитесь. Ну что, кто из нас провалился? Нет, как вам это нравится, а? Вы провалитесь, а? Держите ее! Она сломала пароход! Неслыханное хулиганство! По только что отремонтированному пароходу топать ногами вот так! А? Вольно! До смешного доходит! Просто хочется рвать и метать. Где тут стрелка? Вторая дверь налево. Внизу. Эй, на буксире! Я на буксире! Мне нужен капитан! Причалила! Не могу, гражданин, снимать ваш пароход с мели. Я только что сговорился с одним капитаном. Я каким капитаном? А! Вот ты где попался! Ну, бывает, ну, бывает.
Это мой лоцман. Поехали, товарищи, поехали. Сняли ваш калош, товарищ начальник. Ну а как же парусник-то, а? Парусник не в моей системе. Но он и тоже в советской системе. Да-да, но с ним после. Остановите пароход! Как же быть, а? Остановите! Просто остановить пароход. Должно быть там несчастье. Какое там может быть несчастье, когда я здесь? Давай полное. Самый песню исполняю.
здорово. Так ты говоришь, письмоносица сочинила? Здорово. Надо эту песню записать на ноты и играть в Москве. Правильно. Правильно. Так записать-то не на чем. Ноты и бумаги у нас на проходе нету. Да вот, у товарища бывало бумаги сколько хочешь. Только разлиновать ее нужно. Это именная бумага. Да ну, подумаешь, именная там. Ребят, записывай, как это Давайте, давайте. Ну-ка, Стрелка, спой-ка нам начало-то. Много песен про Волгу, про пета, но еще не сложили с тобой, чтобы солнце на ветке согрето, зазвенело над Волгой не может.
глубоко, глубоко вперед. Вот теперь хорошо. Нам надо объединиться. Ваш хор должен исполнять эту песню вместе с нашим симфоническим оркестром. Стоит? Хорошая песня. Замечательная песня. И что главное, никто ее не знает, а мы знаем. Ну, да? Вот мы ее на Олимпиаде дахнем. Неверно мы ее поем. Стрелка ее здорово пела. Вот если бы спела. Чеврюга! Она! Прости меня, я поступил как мальчишка. Твоя Дуня – настоящий талант, а песня ее – замечательная песня. Ну, это уж ты хватил. Оставь, пожалуйста, ты ничего не понимаешь в музыке. Надеюсь, ты ей не сказала, что я ее дурой назвал. Напрасно надеешься. Она слышала. Приеду домой, попрошу ее прощения. Тебе не надо ездить. Она здесь. Здесь? Где же она? Сейчас я тебе ее покажу. Давай, давай, скорее. Ну-с, докладывайте. Можете нас поздравить. У нас есть замечательный номер. Песня о Волге. Сейчас стрелка приведет композитора. Эх, Шульберта? Да нет, не Шульберта, а Дуню, автора песни, подругу стрелки. Не вижу Дуни. Смотри, внимательней. Где ж она? Да не могли ее узнать. Это же наша песня. Не может быть. Номер. Нашу песню-то все знают. Тихо. Музычка-то у нас ворованная. Вот так Дуня, композитор. Товарищи, честное слово,
Это ее песня. Я сейчас вам все объясню. Чего там объяснять? Дело ясное. Все бросили, готовили эту песню, репетировали. А теперь нам, товарищи, выступать не с чем. Зарезали. О, вот это и есть, товарищ Бывалов. Благодарю вас. Разрешите вас снять? Бывалов, я к вам из газеты. Посмотрите на меня. Прошу вас, вы уже не... Минуточку, товарищ. Что вы собираетесь делать? Товарищ Бывалов, торопитесь, вас ждут в штабе Олимпиады. Прошу, вот прошу. Поехали, товарищ, поехали. Говорю вам, товарищ. Ивана, что я говорю? Привет. Приветствую, товарищи, приветствую! Ох, твоя Дуня! Ты не имеешь права так говорить! Ты ее не знаешь! Ее счастье, что я ее не знаю! Может, это не она песню украла, а у нее украли! Ничего не сочиняю. Я правду говорю. Гражданин, это ваша фамилия? Моя и бумага моя. А ноты чьи? Ноты? Да. Ах, ноты! Ах! Ноты это я не понимаю. А эту песню вы знаете? Какую, собственно? А вот эту. Эта песня написана на вашей бумаге. Да? Кто ее написал? Моя. Ваша? Моя Дуня. Моей системы из Мелководска. Ее немедленно надо вызвать сюда. Ага. Дуня, как ее фамилия? Фамилия? Да. Ах, фамилия. Да, да. Ага. Разрешите, я напишу сам.
немедленно найти Туню нашей мелководской делегации и доставить ее в штаб Олимпиады. Бывалов! Туню! Торопитесь, в штабе ждут. Ребята, ищите Туню! Туня! Дуня. Давайте сюда скорее, давайте. Товарищ, я тут с партнером выступаю. Давайте, давайте. Я тебе помогу. А трюки-то мои знаешь? Какие там трюки? Золотые руки. Поехали. Мы, собственно, хотели, чтобы вы нам исполнили песню, которую вы сочинили. Чего? Привезли. Ну, все в порядке. Так давайте сюда. Товарищи, произошло досадное недоразумение. Это не та Дуня. Но сейчас вы увидите действительно то, что вы хотите. Давайте. Я вас спрашиваю, что это такое? Дуни, я их для верности всех привез. Товарищи Дуни, немедленно сознавайтесь, кто из вас написал эту песню. Сознавайтесь, девочки, вам за это ничего не будет. Ни за что не сознается. Это же наши мелководские. Я их знаю. Ни за что не сознается. Надо за Стрелкой послать. Стрелка-то знает. Стрелка? Стрелка? Что я вам говорил? Так что ж вы мне раньше не сказали? За Стрелкой. Поехали, поехали. Мне необходимо поехать в штаб. Дайте мне лодку. Лодок сейчас нет. Если вы сейчас же не отправите меня в штаб, я поплыву сама. Стрелка! Где Стрелка? Что случилось? Страшная неприятность. Кстати, узнали про песню, срочно нужна Стрелка. Стрелка! Стрелка! Куда? Назад! 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 А, ты, сейчас. Боже мой, боже. Thank you.
должна говорить, что это ты. Нет, я пойду и скажу. А я тебя не пущу. А я пойду. А я не пущу. Тебе какое дело? Дура, я тебя люблю. Ах. Что с тобой? Мне дурно. Воды. Дай костюм. Подожди ты. Не могу я в таком виде. Thank you.
называется Ильи Петрову, автора Крымка Волка. Юрий Панченко называется Ильи Петрову, автора Крымка Волка. Дуня Петрова! Больше никогда не буду с тобой спорить. Значит, мир? Мир. Навсегда? Навсегда. Чего ж я тебя люблю, Алешка? Хотя ты этого не поймешь. Я? Да. Не пойму. Да, да. Ну, знаешь, с таким характером. Значит? Значит. Нет, нигде. И на тепло ходи нет, ни стрелки нет, ни трубочки нет. Ну как нашли? Ну нигде нет. Товарищи, ждать больше нельзя. А вы без нее спеть можете? Да может, да можем. Да. Можете, давайте на сцену. Агапкин, Филипп Иванович, Нина, помешал. Давайте, давайте, ребятишки, давайте, давайте. Пошли, пошли. Товарищи, сейчас будет исполнена песня о Волге. Успокойтесь, товарищи! Была бы песня, автор найдется. Кузьма Иванович, опять перехватил. Не выйдет, товарищ Бывалов. Чтобы так петь, 20 лет учиться нужно. Что вы говорите? Я говорю, очистите палубу. Неужели ты думаешь, что я люблю тебя меньше, чем ты меня? Конечно, меньше, конечно, меньше. Нет, я больше. Нет, я больше. Нет, я. Нет, я. Давай, стой. Стой, стой. Ты моя! От того услышу, от того услышу! Значит, так! 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 Значит, так! 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 Значит, так! Значит, так! Стрелка! Вот она! Смотри, смотри! Астра поймали! Наконец! Ха! Уже конец? Нет, 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 нет. Покидать места вам рано. Рано! Рано! Разрешите нам с экрана вам сказать десяток строк. Чтобы ясен был итог. 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 Не напрасно мы старались. Старались. Ох, старались. И не даром мы смеялись. Мы смеялись. Потому что смехом тоже можно бить врагов. Бюрократов, таких, как бывало, может быть, и немного найдешь. Но любой из пройдох и нахалов на бывалого очень похож. Часто мелкие мысли и чувства, плесень старых безрадостных лет, нам мешают в труде и в искусстве, замедляя таланту просвет. Старых вам убрать недолго, лишь метну возьмет рука. И наша дорога, как Волга широка, и наша дорога,